Всем привет! Вы на канале Элизабель, дочь Мерлина, великая волшебница. И сейчас я вам покажу, как я завариваю волшебный сказочный чай, который исцеляет от всех болезней. Правда, единственное, некоторые компоненты я не покажу, которые я добавляла. Пока что не покажу. А там посмотрим. Но вы увидите настоящую магию, как листья сами шевелятся и играют в этом чае. А теперь поехали. И мы завариваем чай волшебный. Вот так. Смотрите. А теперь смотрите, как травы начинают шевелиться. Вот, видите? Настоящая магия. Вот, как они крутятся, шевелятся, раскрываются листики. Вот. Вот такой вот чай волшебный. Вот такие вот ягодки. Тут брусничка, рябинка, калинка, яблочки. Много всего. Ну и некоторые... Есть некоторые секретные ингредиенты. Вот такой вот чаек. Листики розы. Прям, видите, поднимается. Напоминает, как аквариум какой-то. Вот листики раскрываются, поднимаются вверх. Очень красиво получается. Очень хороший, магический, лечебный чай. Если вы любите какие-то чаи, напитки, напишите, какие напитки вы любите, и расскажите про свои рецепты, рецепты своей семьи, какие волшебные чаи для излечения от чего-то или для каких-то других целей. Поделитесь, в общем, в комментариях своими рецептами чая, кофе, как вы готовите, или что-то более интересного, вкусного. До скорых встреч! Я вас люблю! С вами была Элизабель.